Ксения, как я вам благодарна, а то меня уже замучили умники. Спасибо вам, Ксения. Это вы меня как бы поддержали морально. Спасибо вам огромное. Вот. А я тогда слово обрила, я сразу вспоминаю, как бы ключевое слово, мультфильм. А мультфильм такой юмористической направленности. Ты, наверное, Тимоша, вы такие не смотрите. Встретились ежик и колобок. Дальше своими словами. Они встретились нос к носу и смотрят с огромным удивлением друг на друга. Так. Ежик смотрит на колобка и говорит: ты что, лысый ежик? А колобок смотрит на ежика и говорит: а ты что, бритый колобок? Вот. Но это в мультфильме, понятно. Вот он лысый ежик, вот он бритый колобок. И вот это я добавил. Караул. Из ежиков делают колобки. А точнее создание, которое отвергла природа миллионы лет назад. Миллионы лет назад отвергла.